пусть улыбку и добрый взгляд, пусть порой с грустинкой иногда. Вы, может, гость из сказочной страны, там, где все терпливы и мудры, и когда стоим мы на ушах, мы так спокойны. Да. И будто ваши нервы и скалы, и сердца любовью к нам полны. Это все для нас невероятно. Наш учитель дарит нам сердце ваше без остатка. Пусть сами ваша жизнь порой не сладка, под закрытой мудрости для нас загадка. Наш учитель пусть минует жизни вас невзгоды, счастья и любви больших доходов, и ученика по всем знаниям исхода. Мы же понимаем, как вас с нами трудно приходить нам ранее. Как слово скажешь, бла-бла-бла, доски в отбите, бла-бла-бла, тут пятно снова, бла-бла-бла, на перемене, бла-бла-бла. Хочется заклеить рот болтушком этим пластырем, чтобы не вертели, к стульям тоже клеим пластырем. Контрольную проводишь, будто ты на стадионе, болеет друг за друга, шпаргалки в телефоне. Не крикнешь, как они, но брат другой поднимешь, хоть немножко стресса одним движением снимешь. Учитель, учитель, вы нас научите, и на все вопросы ответы подскажите. Про моря и страны, и реки, океаны, как летают птицы, где живут драконы. Учитель, учитель, вы нас научите, и на все вопросы ответы подскажите. Про моря и страны, и реки, океаны, химии, любви и физики закон. Знаете, меня часто об этом спрашивают, и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Наш учитель дарит нам сердце ваше без остатка. Сами ваша жизнь порой не сладка, под закрытой мудрости для нас загадка. Наш учитель пусть минут жизни вас не сгоды, счастья и любви больших доходов, и ученика по всем знаниям исхода. Мы же понимаем, как вам с нами трудно приходить нам ранним утром, отвечать на глупость мудро. Фаворитов нет в школе, детка, иногда так хочется сбежать от нас подальше. В школе орущий где-то, что не понимают темы. Наш учитель дарит все на сердце ваше без остатка. Пусть сами вам жизнь порой не сладка, вас закрыта мудрости для нас загадка. Учитель, учитель, вы нас научите, и на все вопросы ответы подскажите. Про моря и страны, и реки, и океаны, как летают птицы, где живут драконы. Учитель, учитель, вы нас научите, и на все вопросы ответы подскажите. Про моря и страны, реки, океаны, химии, любви и физики, законы. Наш А теперь к доске у нас пойдет Андрюша. Он нам покажет столицу.